Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Зарядится, блядь. Ты че, сколько процентов? Я пойду поставлю свой телефон там. 38. Ну, поставлю все. О, я майк запустил. Привет, привет. Салам. Привет, привет. Немец тоже здесь. Здравствуйте. Это что, можно, пожалуйста, выключить? Это рекурсия, блин. Че, как дела у вас, ребята? Да. В честь выхода... Эфир в честь выхода нового видоса, короче. Battle стол или как это? Столешница. Столешница, да. Стол батл рэпа. Стол Фрешблада. Привет, фаворит. Я не считаю себя фаворитом. Ну, когда будет стол Фрешблада. Ой, пошел нахуй с такими шутками, блядь. Нормально. Короче, у меня куча запросов, слышишь? Типа гостем в прямой эфир. Бля, давай я гостем сейчас кладу. Нет. Как там Эли отбатлил? Пизда ты отбатлил. Когда батлил? Не знаю, когда треки? Скоро. Это, блядь, ебал уже, все. Дайте поторговать, заебали. Есть девушка, Артём, девушки нет. Артём АТВ в Инстаграме, Артём Матвеев в ВК. Всех хочу, чтобы я развивал, спасибо. Назови несколько треков, которые тебе по душе. Хэштег дядь. Шаришь дядь. И из последних Локимин. Локимин из дат. Из дат. У меня интернет хуёвый, подключи Wi-Fi, кстати, возможно, да. Блядь, похуй. Так, короче, еще раз. Несколько треков, которые по душе. Локимин из дат, хэштег дядь. И. В смысле, вот этот, который Дашай. Со скепты. Со скепты, да. Асап со скепты, хороший тоже. Голкил. Голкил же кажу. Когда победишь следующий раунд? Я думаю, скоро, потому что, скорее всего, то, что вышел вот этот вот, это значит, что... Ну, в смысле, стол. Я не знаю, как называть, буду называть стол. То, что вышел... Дайджест, да. Если вышел дайджест, значит, скоро-скоро будет все. Ты разъебал или проебланил опять? Да я ничего не делал сегодня. Разъеби версус весь от души, от души. Ну-ка, инсайдерская по Микси и Оби. По Микси и Оби охуенный батл. Мне очень понравилось. Было пизже, чем я думал. Я думал, что просядет из-за подготовки. Нихуя не просело, все заебись. Хэштег дядя охуенный. Да, охуенный. Ого, Лео, как прическа. Зачетная прическа. Как дела? Спасибо. Я стильный. Привет. Салют, Майлз. Салют, здорово. Мой любимый панч. Мой любимый панч. Сейчас скажу. Ебать, напишет. Сейчас, погоди. Сейчас, нет. У меня есть любимый панч, я забыл, как он рифмуется. Типа, про... Нет. Как же, блядь, у Пьема было. Да, у меня любимый панч Пьема. Это про хуйню, короче, я пиздец ржал. Как же у меня было, боже мой. Про то, что... Я видел, как девочка с лестничной клетки... Не, я помню, как парень, типа, что-то там повесился на чердаке, как девочка с лестничной клетки прятала порезы под одеждой. И в этот момент я понял. Ебанутый район, конечно. Блядь, как же меня разъебал. Лучший панчлайн. Очень хороший. Не буду говорить кого, потому что... Всё-таки не, не надо вот эту свою про сестру. Нет, это не тот. Короче, в жизни я люблю только две вещи.
Батл рэп и дрочить с удушением. И ты еще спроси меня, зачем я тут ушли по батл рэп и дрочить. Так, кто твой фаворит из команды Окси? Мне нравится Летай. В смысле, no homo. Оценки пошли. Как думаешь, выиграешь ПМа? Ну, я понимаю, в смысле, что мне будет трудно, это скорее будет очень интересный батл для меня. Да изи, блядь, что там. ПМ, блядь, как будто он батл. Кто для тебя лучше, Микси, Летай? Микси более батл-рэпового, а Летай берет харизмой. Лучший Дина. Скажи, рост, пожалуйста, где-то 1.72 м. ЛСВК чекнешь, я ник скину. А, да, я видел, я не читал. Забыл, какой ник, но я видел. Приятно с тобой общался, общаться, не занялся еще, так мило всем отвечаешь, приятно, безумно. Он ЧСВ. Я ЧСВ, ебаный, а вы че? Он вам отвечает, до свадьбы, а не друзей знаю. Нет, блядь, игнорю. Вам отвечаю, вот его, блядь, игнорирую, нахуй. Привет, Слахденпохья. Не знаю, это в Финляндии? Я-фель-кукль, вот эту хуйню. Да, я-фель-кукль. Микси или Летай? Летай. У тебя полно дропов, ёбнет за такие слова. За какие слова? Что ты не пьёшь, типа. Что я не пью, да. Годные панчи подъедут? Ну как? От меня вряд ли. Какой твой любимый батл на битах? Редо Муфаса. И еще Шум Гоукила. Кто твой... А, это волки, читал. Вообще-то волки доминают. Кажется, ты вынес RPM, он не такой уж убийца, у тебя флоу пищи разъебешь. Чуваки. Батл рэп это не флоу, ребят. Да, да. Биты это флоу. Какого ты года рождения? 99-го. Майлз, пропиарь меня, плиз. Все подписываются на год Фиртландца. И Артем Матовая, охуенный парень. Знают родители, что ты батл рэпер? Нет. Кисиги куришь. Разные. Вообще, черный, белый, красный. Привет, привет. То ли у меня хуйня с интернетом, то ли, блядь, у меня все лагает. Не, просто, типа, тебе никто не пишет что-то? Да. Просто не популярно. Пролетая, он ревнует, что поделать. Как тебе Эрнест на битах? Прикольно, но мне больше нравится Эрнест Акапелли. Майлз, надеюсь, в следующем батлер прибавишь. Да. Ну, типа, потолстеешь круто. Конечно, это именно имеется в виду. Ну прибавишь. Чё? Ну прибавишь. Ну, да. Как вам стол батл рэпа? Как оно? Задумка прикольная, правда? Или будет ли это пиздеть? Нет, это охеренная задумка. Типа. Да, интересно, кто это придумал? Какой гениальный человек. Блин, мне кажется, у него фамилия как-то на «Ц» начинается. Цыхов, да? Нет, типа, эта задумка, я надеюсь, что она не только на фрешбаде, потому что они типа организационные моменты. А вот типа полноценно, если на версии, когда соберутся типа топовые батловики и будут обсуждать вот это все, будет круто. А потом, если еще в рэп пойдет, то есть тренды, веяния, вот это все дерьмо, это, блин, будет, ну, типа, в обсуждении именно вот это все дерьмо. Я на биты выйдешь, если вдруг, то да. Я знаю, это, блядь, мое. Это, блядь, мое. Мне легче писать на биты, серьезно. Вы слышали его на бите, типа, чувак просто разъебал пацан. Наверное, да. Привет. Какую музыку слушаешь? Разную сейчас, рэп только. Раньше и все слушал. Ну, типа, попсу никогда не слушал. Кор слушал, да. Всяких там. Кого я слушал? As I Lay Dying, которые вот недавно объединились снова. И Тим Ламбезис вышел из тюрьмы, я красавчик. As I Lay Dying очень любил. Они меня, собственно, сподвигли на тяжелое музло. Вот, As I Lay Dying, Parkway Drive. Ребята с Австралии тоже очень их любил. И люблю. Значит, и еще Stick to Your Guns. Это, короче, мелодик хардкор. Кто это, блядь? Это, короче, мелодик хардкор, ребята. Не помню, из Америки, по-моему. Это вот те люди, у которых на концерте 150 человек, типа, да? Нет, у них охуенный концерт. Да. Блин, это вообще такая субкультура, типа, рок. Ну, не рок-кор, типа, да, тяжеляк, короче. Ну, нет, это прикольно. Сейчас, короче, слушаю последние треки у меня в этом самом. Это... Хэштег, то... нет, хэштег уже уехал вниз по списку. Мне интересно, что я добавил недавно. Тифест, по-моему, Локи Мин, по-моему, обладает еще кто-то. Слушай, я какой-то старый трек откопал. Короче, и еще. Да похуй. Короче, вот. Ну, раньше русский. В институте? Нет, я не в институте. Ну да, в институте такие обои охуенные. Обои в институте пиздатые, да. Я тебя найду и уебу. Я ведь знаю... Я могу за вас, ребят. Кидайте плюсы. Мне привет от Влада. Когда пропал ПМ на встрече команды? Он пропал между
Между Епифанцевым и Никоновым. Хуёво звучит, братан. Скорее Епифанцев был пропал. Между Пьемом. Между Пьемом и Пьемом. Блядь. Как осваивал расщепление, чувак? Это было очень долго. Я сначала делал что-то типа... А потом уже каждый день по полчаса всякой херни. Немножко освоил технику, вот это Постоянно напряжение. он это делал, типа, Я на постоянно протяжении делал. долгого времени, Да, типа, реально. это развивал. Ну, то есть, то расщепление, которое есть Спасибо. у Майлса, Да, ну типа... типа, его очень сложно достичь, его года 3-4 нужно будет Да, достигнуть. ребята, это Чувак реально трудно. работал очень долго, и, типа, блядь, в школе Как забил. отношусь к Окси? Исполнитель прекрасный, сейчас я его не слушаю по причине того, что Не, это меня... Коксу ты не понял? Коксу. Ой, блядь. Не слушаю по причине того, что, ну, не знаю, оно само не могу, короче. Вот. И, ну, Команда как не выходит. человек, все-таки, как по мне, на него влияют камеры, на его поведение. Но это, может быть, у меня предвзятое такое отношение, вы понимаете. Смотрел ли до своего участия Версус? Да, чуваки, я смотрел Немного Версус. этим так Да. посматривал. Посматривал, Как узнал о посмотрел. фрешбоне? Ну Ну, так. Мирон об этом сказал на БТСТ, да, за хуйня. Ну, типа, я... Ну, Лёня смотрел только три батла. Это Да, Оксимирон гнойный. Джонни Бой, Да. Оксимирон СТ, Оксимирон Ребята, нет, я смотрел. Да. Типа, даже не Даже понимаю. Дуню не смотрел. Короче, нет, я смотрел Fresh Blood очень давно. Я смотрел с самого начала весь Fresh Blood. Ну, по-моему, отбора не зацепил. Я, по-моему, именно Fresh Blood начал смотреть, начиная с плей-оффа первого сезона. Вот, а Не так... труд. Не трудно. Вот, а... Именно в Versus я смотрел там... Гарри Топор СТ я уже ждал, типа. Я уже помню, что я знал, что будет. Нормальные пацаки ждали батл Тут тебе Максимирона. пишут, что ты ЧСВ. Человек хотел с тобой про комиксы поговорить. Эфир Я? подлагивает. А, бля, извини, я Австралийский тебе забыл инет. ответить. Австралийский инет. Это у него вот такой вот, понимаете? Текст против Микси прочитай, 5 минут писал. Чувак, мне не нужны панчи, которые мне подкидывают. Серьезно. Потому что даже если это пиздатая хуйня, я не буду ее использовать, потому что кто-то ее уже придумал до тебя. Ну, типа, это избитая тема, Избитая и тема, да. ты не будешь, ну, типа... Потряси еще очками, плиз. Бля, серьезно? Серьезно? Фаворит сезона, блядь? Серьезно? Лучший рэпер МС. Рэпер МС. Как батл рэпер похоронил. Я ему никогда об этом не говорил, так чуть-чуть рассказывайте. Потому что иначе это Как будет можно странно. говорить, что похоронил лучший батлер, когда есть Донадан? Донадан? Нет, похоронил лучше, реально. Ну, Я похоронил. реально, я очень с ним хорошо общаюсь, но никогда лично ему это не говорил. Все. Это, блядь, теперь фанфик напишу, сука. Нет, пожалуйста. Я уже представляю, какой ты охуенный на бите. Я не представляю. Как тебе Хаски? Хаски, блядь. Охуенный Это чувак. просто Его рэп что-то. это искусство. Его рэп это Это, поэзия. блядь. И вот попробуйте доказать мне обратное, блядь. Это просто Когда батл огонь. выйдет, без понятия. У тебя ебало красивое. No comment, братан. Ебать комментарии, блядь, типа, Спасибо. комплименты, ебать. Тебе Да. ебал красиво, ну еще Где бы. меня можно встретить? В Москве. Как относишься к Рике? Пиздатый чувак. Крики, Пиздатый. крики, ты не Да ты понимаешь. Да загибал, пошел блядь. нахуй. Короче, как относишься к Рике? Пиздатый чувак, я уже сказал. Джонни Бой камбэкнул, как он тебе? Ждал, я ждал, что он камбэкнет таким разъебом. Типа, он сделает просто жару, а он камбэкнул хуйней про Дисом паровозы. лавировал, но не Да, вылавировал. блядь, вот этот последний трек, это, блядь, зачем он дисил паровозы? Это Да, что за зачем он хуйня, дизел типа? паровозом, не понимаю. Блядь. Как относишься к творчеству грязного Рамиреса? Слушаешь его? Да. Я Токсичный, поджигал блядь. города, пока ты обитал на копытах, капитан, пока ты не летал, да были так посреди с базара Магараном. Смотри, Как тебе треки токсичный. Смоки? Охуенно. Не все, но есть некоторые, которые очень цепляют. Блядь. И не все не потому, что какие-то вещи, именно с музыкальной составляющей, просто очень, ну вы же понимаете, блядь, в 2003 году все, что можно было сделать с музыкальной В точки России. зрения в России, там пианино и барабаны прописать. Мне, И он ну, это мне... делал мастерски, блядь. Да, даже тогда он делал охуенно, и у него есть очень много треков, но я даже вот его старые треки люблю переслушивать в ремиксе. Вот у него с Каратэ вышел, через 10 лет после того, как Каратэ вышел, у Да. него вышел ремастер это, или там Класс. ремиксовый, короче, с Бастой, со Скриптонитом.
Вот это вот я слушаю. То есть все его старые треки, они охуенные. Но вот мне важно, чтобы еще инструментал цеплял. И он цепляет уже при этом сам. Послушайте просто ноздри. Да, это охуенно. Смотришь чем по футболу? Местами иногда. А, вот где меня можно встретить? В фан-зоне. В фан-зоне чемпионата мира. Со мной там виделись много людей, фоткались тоже. Ну ты не часто там бываешь? Я не часто там бываю, да. Обладает красавчик? У него есть пиздатые треки, но не все. Последнее то, что он делает, очень беззубое, по-моему. Катана. С Маркулом. С Маркулом, да. Релиз с Маркулом пиздатый. До этого, по-моему, X-Files, как это он назывался? Или просто Files, он, по-моему, Files назывался. Files, который... Да, Files. Да, вообще. 29 апреля 2017 года. Ну вот. Это довольно беззубо, по мне, так там было очень мало. А старое что-нибудь? А вот старое, типа там, Play или от 0 до 100, охуенные треки. Правда, он тогда говорил, что он грайм, но пришел Редо и порядок навел, как говорится. Есть еще какие-нибудь хобби? Иногда я играю в футбол, но нет. Текст против Микси прочитай директ. Возможно, когда не читай. Что скажешь насчет давления на тебя и большую надежду в батлах? Это одновременно давит, одновременно меня это самое. Знаете, вот я сейчас смотрел «Стол хип-хопа», или как он там называется? Зацените историю просто. И я просто сидел такой, типа, за меня топят, типа, классно. Но это добавляет скорее ответственности в твое выступление, потому что ты такой, типа, блядь, я еще не просто за себя ответственность, еще ответственность за людей, которые уважают меня как исполнителя. Вот нет, почему... вопрос ты не понял. Вопрос был, типа, как на тебя испытывает давление 110 на 70? Пошел нахуй. Господи, ну почему Майлз такой милый малыш, объясните? Не знаю. Такой смех за кадром. Познакомьтесь. Да, Майлз милый, не знаю. Когда вторые раунды будут? Я же сказал. Будет... Сейчас вышел один стол хип-хоп, а скорее всего за ними пойдет это самое. Почему, блядь, Майлз такой секси? Ну, там, не знаю. Покажите, там чувака было. Покажи. Классика вот эта. Кроме Верса, какие площадки смотришь? Есть одна. РБЛ смотрю... Ну, чаще всего я смотрю РБЛ, помимо Версуса. И годные батлы практически отовсюду. Я смотрел даже слово «Харьков», слово «СПБ». «Рэпсокс». «Рэпсокс», да, тоже, если хорошие пары. Ну, там обычно это батл с Мати Ди, короче. Да-да-да. Вот, сегодня был на БРА. Battle Rap Arena московская, там Эль забатлил и 19-17. И Мавр, Шарите Мавр. Ну вот этот чувак тоже. Вот, сегодня там был, кстати, тоже, меня там можете встретить, приходите, пригоняйте на ивенты. Если только я там батлюсь, скорее всего. Да, если вот он в списке, значит, скорее всего, я буду. Готов разъебать Fresh Blood? Да, у меня очень друг веселый, возможно. И... Как тебе Томас Мраз? Ты ничего такой. Ты просто мразь. Надеюсь, я не вижу живую Майлза, я нахуй умру, сука, он ебаный секс. Нет. Салам, я вчера Стефана встретила. Ты что вчера делал? Вообще, не спорю, ты красавчик. Бля, мне кажется, она думает, что... Или он думает, что это взаимосвязанная вещь. Я встретил Стефана, значит ты что-то, Майлз, ты типа... где-то Майлз, да. Типа... Ну, я не знаю, я не помню, что я вчера делал. Лёня, привет. Привет. Джонни еще разобьет, когда альбом выйдет. Кстати, у меня была такая мысль, что он специально делает хуевые треки и потом дропнет охуенный альбом, но это очень странное. Блядь, не перебивай меня. Не перебивай меня, когда я читаю. Не кончевай во время. Нет, да, да. Давай. Как там было? Ведь мы не на слове. Короче, так вот, по поводу Джонни Боя. Я надеюсь, что выйдет охуенный альбом, но... Тот запал, тот заряд, который у него был, когда он камбэкнулся, если бы он его использовал все-таки как именно самое охуенное, что можно было выдать, и выдал там, это было бы гораздо пизже. Короче, ребят, самое главное, все ожидают от Джонни Боя, что он будет читать, там, не знаю, как, какой-то бог, но типа давайте вспомним, что делал Джонни Бой по музыке, типа, вот когда он еще не ушел, типа, какой-нибудь «Остаюсь собой», блин, или, типа, «Мой первый миллион», типа, по музыке музыкальная составляющая херовая, типа, треки для девочек, объективно говоря, и ждать от него, что он сейчас будет разъебывать, конечно, хотелось бы, но... Хотелось бы, именно хотелось бы. Так, я в ахуе, я невидимка? Нет. Суп, когда трек? Мути что-нибудь, бля, прочитай наконец. Наконец, нахуй. Ты заебал. Короче, ты заебал. Скоро треки, скоро. Бля, ребят, такая же вишка будет, пиздец. Не боли.
Думаю, что выиграет Летай, я так тоже думаю. Бля, голос кайфовый, спасибо. Как относишься к ЛСП? Пиздатые треки, но мне кажется... Кажется, я могу ошибаться, с ними никогда не общался. Кажется, что с ними. Ты прикинь? Сказал с ними. Ты долбоёб, докер. С Олегом... Там три человека. Ну, сейчас да. Но мне кажется, что они... Возможно, не очень. Ну, это мое предположение. Да, знаете, это да, вот да. Типа такое, основанное на... Ни на чем не основанное. Как относишься к творчеству Гарри Топора? Нет. Ударное, нет. Так сказать. Ой! Короче, творчество Гарри Топора мне не нравится. Мне нравится больше то, что он делал раньше, когда я был пиздюком и смотрел, соответственно, Фрешблад Версус, когда он только начинал. Я думал, блядь, Гарри Топор, какой он охуенный. Он все еще охуенный, по моему мнению, но... Батлы растут, Гарри тоже вырос, но не так быстро, как... Как старый фанат Гарри Топора, да. Могу сказать, что последний альбом... Да я не хожу в фан-зоны часто, не гони, но я уже 3 раза там был, как минимум. Какой телефон у меня? OnePlus. Девочки-то текут, что поделать? ЛСП пиздат? Охуенный музыкант, как музыкант, просто охуенный. Можешь сальто, как Палиндропов? Нет. Могу сальсу, как Летай. Могу сальсу, как... Типа трэп-сальсу, или там... Files, Miles, да. Здорово, здорово, здорово. Бля, плохой нет. Ребята, сорян. За кого на чем болеешь после Австралии и России? За Англию. Сегодня 6-1, ребята, охуительный матч. Малый, интернет провисает. Сорян. Если бы и батлы не сверху, слово там Rebel. Rebel, PM Sector, охуенный батл. PM Эль Лока. Я палюсь, да, что я люблю PM. PM Эль Лока. В общем, да там дохуя очень крутых. Вот сейчас новый сезон стартанул, тоже прикольно. Ну, типа, слово СПБ в мейнах, пиздатый. На мейнах, да. Слово, на слово Корифей Сеймур, охуенный был батл. Значит, Браги, Псайбой, пиздатый тоже. Вот, значит... Псайбой всяческий какой-нибудь, нет? Всяческий ПМ, кстати, слово Москва. Не, не, это был слабый батл. Вот всяческий... Да ну, там был один панчлайн, который... Все перекрывает из разряда. Ты как охуенно называть себя всяческим, делать одно и то же. Да, да. Ну, типа, всячески раньше делал круто, типа, с Эдиком Кин. Нет, я путаю. Да, с Эдиком Кинстой. Нет, это кстати. Проекция, ситуацию прокомментирую. Как относишься к Моргенштерну Алишеру Тагировичу? Икс крутой чувак, очень. Мне очень жалко. Но я, знаете, я не из тех, кто привык там выносить какие-то свои чувства, блядь. И в этом нет скорби. Чем больше ты, блядь, постов напишешь. В соцсети это не влияет на... Да, это не влияет на... Дело не в том, что он не оживет, дело в том, что это не влияет на то, как ты к этому относишься, блядь. Ты хоть во всех соцсетях напиши, но на самом деле ты будешь лицемерный хуесос. Я вот в Инстаграме не писал, а вот в Твиттере, ВКонтакте выложил треки, в Твиттере написал. Но, блядь, ребята, охуенный музыкант, чисто тупак. Ну, в смысле, ну, тупак, своего времени. Своего времени? Тупак, да. Тупак все-таки такой. Да, еще очень приятно, я очень долгое время назад, когда он только-только стрелял, вот Look at Me появился, и я узнал о нем до того, как он там в тюрячку загремел. Очень мне нравился этот трек, я прям его гонял постоянно. И я, вот тогда я начал им интересоваться, я помню, он вышел из тюрьмы и дал интервью на каком-то радио, я просто в запое всю интервью посмотрел, и я такой, типа, бля, чувак 98-го года рождения, типа, охуенный, я хочу так же. И, типа, он меня довольно сильно смотивировал, что, типа, пиздюки тоже могут. Одно из самых лучших человек. Так, дальше. Это фристайл на фэшн. Ну, это нет, это мне нравится. Сверху. Это было очень выебисто, как по мне. И как относишься к Моргенштерну Алишеру Тагировичу? Знаю несколько его треков, как видеоблогера, ну, вы же понимаете, я из того поколения, которое посматривает видеоблогеров, да, типа, это очевидная хуйня. Помню первые выпуски плюс 100-500, вот это все. Короче, this is хорошо, да. Вот. Как-то Нинель Пофиг тоже. Пиздец. Короче, вот, Алишер Тагирович, прикольный чувак. У него вот эти, как там, Easy Rap, прикольно делал. Да, это очень крутая задумка. Да, задумка прикольная, сейчас ее там делают много людей. Город Эпиров, эй, город Эпиров. Это просто он с Казани. Да не, блядь, Башкортостан такой башки. Когда твой следующий батл? Без понятия. Пролистываю сообщения, много пропускаешь. Так я и листаю. Какое у тебя было чувство, когда ты посмотрел первый батл в твоей жизни? Не так уж и хуёво. Типа, я думал, что пиздец, кринж. Да. Кто самый сильный, по твоему мнению, в команде Окси? ПМ. ЛСП? ЛСП. Привет, привет. Убейте меня. Майлз Трансус с Эдом Широном ведет. Ебой!
Ребят. I like the shape of you. I'm not a rapper, I'm just singer with the flow. Да. Самый лучший батл в мире. Pet Stay Disaster. Yeah. И этот... Артём, привет. Тебе привет, Апрель. Привет. Тебе нравится твой парт в видосе Дис на Окси? Это не Дис на Окси. Начнем с этого. Это репрезент, который местами Дис на Окси. Ну, это было очевидно. Ты видел вот это слово, что типа мы на трех оксах поставим? Да. Это уже кучу раз обсосано было. Кто самый продуктивный батл-рэпер на ФБ? Казах. Казах быстро пишет тексты, потом пишет еще один, блядь. И куплирует, конечно. Да. Ну, у него 9 раундов. Бля, братан, ты жесткий. Нет. Салам из Омска. Привет. Ты жесткий. Салам из Омска. Привет, Омск. Хорошо общаешься с ребятами из команды. Охуенно, ребята, все. Че, как набрав, все прошло, это старый. Это старый Рагнарёк. Экей, ты сраный пидорок. Это старый, между прочим, старый будет выступать на рвать на битах. Я желаю ему полнейшей удачи. Сычуанский соус, саботаж. Мы с этими ребятами были знакомы, когда я еще не был Майлзом. Они еще батлили на какой-то площадке неизвестной. А теперь, да. А теперь, в общем, все классно повернулось. Это для меня и для них. Используйте шанс, пацаны, я вас верю. Лучший бишкекский рэпер. За Майя. Гоукил. У тебя с инетом что-то, сорян. Мавр заебал пиздеть, как отбатлил. Как отбатлил, расскажи. Я нормально отбатлил. Ну что, я сейчас, давайте я буду рассказывать, типа, всей аудитории Лёни, как батлил я, блин, серьезно. Он хорошо отбатлил, я не видел, правда. Привет, чувак, привет. Как тебе творчество скрипа? Уникален, да? Абсолютно нет аналогов скриптонита, как по мне. В России есть, но это они появились после того, 104 как... 104 Труер, типа? 104 Труер, да. Но это понятно, там одна тусовка, им можно, знаешь, вот эта тема. На Западе, блядь, найдите мне настолько симфонически выстроенного человека, в смысле музыки. Я знаю, что он все пишет сам. Охуительно. И текста у него такие прям за жизу. Викенд. И скрипи нет. Нет, почему? Так. Ювин, знай. Спасибо. Майлз, ты заебца. Спасибо. Когда мой следующий батл, не знаю. Гонфлат крутой. Пятикантра. Я, кстати, начал слушать Гонфлата, потому что после того, как Смоки о нем написал. Расскажи про Австралию. Там все круто. Здорово, я за тебя топлю, пиздец. Спасибо. Кто тебе больше нравится команды Окси? ПМ. Летай, выиграет инфа-сотка, скорее всего. Охуенно, ты не Apple дрочер, причем это, если это 5Т, нет, это 3Т, уважуха, я это самое, нищеброд. Удачи в творчестве, спасибо. Эль отсосал сегодня? Эль пиздато отбатлил сегодня. Он начал ошибки. Очень начал ошибки, больше панчей, охуенно и сделал. И там есть кое-что про Окси, так что да. Посмотрите. Вызовите скорую, плиз. Алло, куда вызывать? С кем улетает следующий батл? Не знаю. С кем хотел бы побатлиться? Нет, я не буду отвечать на этот вопрос. Опять будет вот это, типа, пиздюк о себе. С дизастером? Дизастером. У них он самый классный там. Как тебе батл Абба против Мовца? Да, Абба там нафристайлил. Это же тот, не про тот батл, да, Мовец? Абба Мовец, погодь, это Мовец против массажа, нет? Нет, «Мовец против Мовца» — это там, где сцена проститутки. Да. А «Мовец с Аббой»... А «Мовец» — это где Абба говорит, типа, ведь есть у меня некоторые площадки, на которых я хуёво выступаю. И «Инчай фристайл». Я не помню, это он ли, но «Мовец» крутой чувак. «Мовец» мощный, но российский. Стоп, Моргенштерна был вопрос, а не про «Икса». Ну так я... А! Стоп, что? Нет. Ты ответил там на него. Там какой-то там был Сойер разблокируй. Сойер залетел на стрим, что ли? Салам Сойер, если ты вдруг залетел. Делай жестче текста и выебывай голубей. Майлз, верю в вас. Мне скинули мемчик, короче, в директ. Типа, скриншот. Там кто-то написал. Вы знали, что голуби умирают во время секса? И там в комментариях, типа, чё, реально? Ну да, по крайней мере, тот, которого я трахнул, он умер. Типа, и подпись была, типа, я надеюсь, типа, твоя запись будет такая. Спасибо, классный мемчик, я поржал. Кого считаешь самым сильным из своей команды? Бови Прогрин. Тебя лайкает Сойер. Сойер лучше. Сойер крутой. Вы, блядь, знали бы, какой Олег крутой чувак. Бэт Бэланс уважаешь, конечно, но то, что они делали, мне не нравится. Ну, блин. Летай, Липан Дропов, летай. Гонял Египет... После матча Россия-Египет на Никольскую гонял? Нет, я смотрел его в фан-зоне. Кто там на заднем плане говорит? Это какой-то мудак, не знаю. Здорово, пиздюк. Здорово. Здорово. Чё про Гонфлада думаешь? Крутой чел, я уже говорил. С кем летает следующий батл, не знаю. Зубы тебе красивые, странный комплимент.
Окей. Зубы у тебя красивые, ебал максимально. Здоров, просто интересно, общаешься с Заикиным? Иногда. Ну, мы пересекаемся, друг другу не пишем, не пытаемся друг с другом встретиться. Как тебе Басота? Смотрел батлы? Прикольный чувак, да. Басота хорошо делал, ну, для своего времени. Для Знаете, вот времени есть куча таких вещей, которые у меня в память отложились как охуенный батл, а вот сейчас, типа, когда батл-рэп настолько развился, и вот не пиздите мне, что он не развивается, он развивается. Вы, блядь, посмотрите нахуй отбора первого Фрешблада и посмотрите отбора четвертого. Вот, и сейчас там прошло 2-3 года, и я помню этот батл там, ну, когда ты его давно посмотрел, и кажется, что он охуенный, а сейчас я пересмотрю, и такой, типа, ну, вот для своего времени палм-дропов, блядь. И, Басота. Басота делал хорошо. Басота Драга один из самых недооцененных батлов. Да. Почему ты говоришь, что считаешь, что выиграет Летай, на следующий вопрос отвечает, что самый сильный в команде Окси ПМ? В чем логика? В смысле, вы говорите про что? Вы говорите про то, что, типа, самый сильный в команде ПМ? Да, безусловно. А, ну, типа, Летай выиграет сезон, потому что, мне кажется, он любимчик просто. А ПМ работяга. Как в Австралии, заебись. Хочешь за гастральчу? Нет, спасибо. С какого телефона эфир? С моего. Давай я с твоего уже заведу, реально. Видимо, уже надо. Да, откуда взялся псевдоним Майлз? Он абсолютно случайно. Почему не говоришь родителям, что участвуешь в версии? Я... Потому что они не шарят вообще. Настолько не шарят, что, типа, вообще не шарят, и от этого будет только хуже. Мне кажется так. Я могу ошибаться. У меня есть предположение, что, типа, я скажу, и они такие... Ну и ладно, что ты. Но я хочу обойти все острову на всякий случай. Лежа не обязательно. Если ты скажешь, что Венсус, типа, где ты верчишься? Типа, верчусь. Сойер, ты пиздатый, да. Он Сойер еще. Да, Олег, ты заебись. Спасибо. Я Артем. Майлз, ты пиздатый, нет. Кто тебя обижает? Скажи, я разберусь. Меня никто не обижает. Откуда псевдоним Майлз? Случайно. Блин. Ну, короче, мне ресторатор написал, под каким псевдонимом будешь выступать. Я такой, типа, не знаю. Давайте. Было три варианта, я не буду палить остальные два. Майлз, потому что Мили. Майлз, потому что солдат, типа, на латыни, все такое. Мелис, да. Плюс. Как с командой будете решать, кто вдвоем батлит, как, кто комплиментарно, а кто на битах? Командно. Готов к лет батлу? Нет. Как тебе творчество Дани Кашина? Прикольный чувак. Его треки... Казань, бич. Его треки не все мне нравятся. У него некоторые, мне кажется, такие проходные довольно. Но как чувак он прикольный. У меня чувак, короче, учился в параллели с Кашином. В Казанске все тут. Кто тебе больше нравится, Редо или Бамблбизи? Ой, сложный вопрос. Бамблбизи более такой хайповый, знаете, треповый чувак, а Редо мне нравится своей трушечкой. Мы с ним пересекались после вчера. Вчера с ним пересекались. Мы открыли. На универе бываешь ли в СПБ? Че? На универе и в СПБ тоже. Как к Парагрину относишься? Дед лучший. Я хотел купить ему тапки «Дед, ты супер», которые увидел в торговом центре. Знаете, такие валенькие. Из войлока. И вот, но он сказал, что у него еще не было дня рождения, так что. Передай привет Киру. Киров, салют. Надеюсь, у вас все круто. Майлз, когда мы поженимся? Не знаю. Он тебя заметит. Кто? Бог, типа. Да, блядь, я не вижу Сойера. Где Сойер? Алло, я читаю все подряд. Он просто зашел, и типа все увидели, что он зашел, но ничего. Да, да, да. Ну я не вижу Сойера. Сойер! Салам! Разлогинься, блядь. Разлогинься, да. Сойер слился батл, все это дизреспект. Че? Что сдавал в 11 классе? Общагу, английский. Математику. Математику профильную, да. И русский еще. И русский, да. Еще что-то, по-моему. Гоф, партию, фаст флоу. Партию, давай. Мастак, куки бастард. Мастак, уберу тебя за раз, два, прокачу. Плацкарты. Раз, наскар. Артему привет, тебе привет от Маши. Спасибо. Был на батле обе миксе? Да, был. Как... Знаете, что я... У меня тут хуёвый интернет, давай-ка я завершу здесь. И начну с другого телефона. Ты заебал. Вот. Будет пизжи интернет. Этот экзамен-то был написан. Типа. Спасибо за большой палец. Кто такой Сойер? Чувак, ты вообще просто не в теме, братан. Ребята, не знаете Сойера? Вы не были, блядь, на версусе. Вы не были на китайской стене. Здорово, Майлз. Привет. Прокомментируй свою реплику, что Сок – ментор мечты. Давайте по чесноку. Кто, типа, первый начал ебать мам в 2008-м? Это был Шок. Добро Игорь пожаловать. Антофилы. Игорь Антофилы. Но вот Шок. И знаете что? И вот самое интересное, что Шок
Это отличный антагонист Мирона. И при этом все ебание мамаш в 2008-м приравнивалось к батл-рэпу. Поэтому он один из отцов русского батл-рэпа. Попробуйте, типа, prove me I'm wrong. Плюс помните просто... Сойер Муди? Нет! Ответь Сойеру. Да, блядь, я не вижу. Сойер, в личку напиши просто, и все. Или там перефразируйте, ну, знаете, типа, напишите то же самое, что он там написал. Ты представитель золотой молодежи? Нет, чувак. У меня, блядь, дырявые джинсы, вообще о чем? Золотой молодежь. Нет, первый класс, безусловно, типа, первый класс, шок. Камон. Ну, первый класс, шок, царь. Первый класс, шок, царь. Кто это был? Типа, рэп, войска, алло. Типа, кто двигал это? Вот эти четверо людей. Мэнс, давай поженимся, не знаю, я подумаю. Это типа Дуня, давай поженимся. Типа. Причину любить шока, он ебал мамок. Дело не в том, что он ебал мамок, а в том, что это было прогрессивно на тот момент настолько, что это сильно поменяло менталитет людей, которые слушают рэп. Просто это равносильно говорит, что Смоки Мо ничего не сделал для музыки и не послушать карате. Да? И, блин, камон, ребят, просто послушайте ранние треки шока, чтобы понять, типа, насколько чувак, ну, разъебывал это дерьмо. Тебя держат на ФБ, потому что билеты в Австралию дорого. Чё? Где связь? Он не живет там. Я не живу. Как относишься к лекалку Джарахову? Нравится творчество Поперечного? Поперечный — это охуенно. Джарахов — охуенно. Кликлак — охуенно. Олег спросил, как ты относишься к чайнику. Чайник? В смысле, ты чайник? Прочитал этот вопрос. Нет, в смысле, мне просто перенаписали. Последний, что написал Сойер, нет, я, сука, сижу, алло, я жду. Ну ладно, Сойер, жди. Быстро доходит вопрос, класс. Артём, умирающий кит, он уже сдох давно. Питер. Так, про чайника, блядь. Про чайника. Ой, здесь же можно гостей, да? Зрители, Иштанидзе, я вижу, Иштан, ты смотришь, салам. Значит, про чайника. О, он пиздат на битах. Это рэпер, типа? Я думаю... Чейни. А, ну, я думаю, это Чейни. Я думаю, чайник, типа... Ответь в ЛС про комиксы, сукан ты, ёбаный. Так, он хорош на битах. Мне нравится, что он сделал во многих своих батлах, он довольно поэтичен, мне это нравится. Вот. Как человека не знаю, поэтому даже не буду начинать. Ну и про слово СПБ, типа, я понимаю, что это может быть не очень хорошо, но типа, слово СПБ дело не в том, не в, там, не в уровне батлов или в чем-то, но просто слово СПБ, ну, как по мне, стоило бы сразу признать, что, типа... Камон, Версус вам дарит хайп, а вы такие, типа, да, вы чё тут Версус, типа, мы вас рот ебали. И такие, типа, а, что, типа, забатлить батл-площадку? Да, конечно, ну, ребята, ну, вам просто, это, типа, вам дарит хайп. Знаешь, как младший брат, который выёбывается, но потом все равно гулять вместе идет. Я просто младший брат, я по себе знаю, типа. И у Соло и СПБ, кстати, ты заметил тенденцию? У них есть ивент с охуенными батлами, да. Ивент с хуёвым батлом. То есть там, где с Шурыгиной, с Эймуром, Псаем, типа, хуёвый ивент, а потом, где Псай Браги, Крифей, Сеймур и об очередным картам, охуенный ивент. Типа, да? У них какая-то тенденция странная, пиздец. Ты хорошо учился в школе? Нормально он учился? Ну, я учился... С тройками. Ну, и с пятерками. Он, то есть, короче, вот это, знаете, тот долбоёб, который постоянно всю четверть учился на тройке, а потом вытаскивал на четверку, блин. Привет, это я. Хочу тискать твои щечки 24/7. Я хочу тискать твои щечки. Как относишься с Тони Раутом? Тони Раут крутой. Я помню, когда я был поменьше, мне нравились все треки, сейчас я вообще не слежу за ним. Твой друг охуенен. Спасибо, я знаю, что Марс крутой, ребят. Ладно, не нужно писать, что мой друг охуенный, и Марс реально здорово. Ты в Твиттере писал про философию антихайпа, а объясни, что ты имел в виду вообще. Давайте я буду ебаться в жопу и объяснять тем, что это постирония. Вы не шарите просто, ребят. Ребят, это полная хуйня. Мы были до вас, мы были во время вас, и мы будем после вас. Боже, этот смех, другой смех топовый. Короче, что насчет гнойного? Я бы, наверное, высказался пошире сейчас, чем я писал в Твиттере. Я имею в виду, что он выиграл этот батл 100%, ребята. Даже против вот... Чаческого, да?
Про какой батл? У него батл много? Да, у него есть всяческий, он тоже выиграл. Тебе привет. Значит, он 100% выиграл Мирона, 100%, вообще не... 100%. Но, камон, вышел бы Сектор, PM, Deep Xense, да дохуя, похоронил, не знаю, дохуя, вот именно профильных батл-рэперов, они бы взъебали Мирона в батл-рэпе, потому что то, что делал Мирон, это было именно с оглядкой на его... чего? Мне вот сейчас интересно, вот какой-нибудь 13.47 или... Не знаю, вот, ну тебе типа надо подумать. Я натурал? Да. А, значит, так вот, они бы все взъебали, они бы все взъебали Мирона 100%, потому что профильные батл-рэперы 100% бы его взъебали. Но то, что вот то, что он сейчас делает, ну, не знаю, он типа продался, ну, как бы он оправдывает это, ну, как бы, ну, не очень, по мне так. Я тебя убил, сорян. Тебя не выгоняют... Вот что, бит? Меня не выгоняют с ФП, потому что билеты в Австралию дорого. Так почему? А, ну, типа, чтобы я не ехал тебя обратно? Держат, тебя держат в... Да. А, типа, чтобы я не ехал обратно? Нет. Я живу в Москве. Кто выиграл в батле Микси и Оби-Ван? Не могу сказать. Слушал группу Мейхем. Слышал, но не слушал. Микси или Оби-Ван выиграли, ребят, короче. Спойлер. Так, а Слава, что, не профильный батл-рэпер? Так я говорю, он профильный батл-рэпер, поэтому он победил 100%. Потому что с таким же успехом поставь PM за Б... Того же да Трэпса, кучу людей, Т-Рэпс. Какой, да. Блядь, не знаю, Мовец. Мовец тоже. Там, Дизвил, ну ладно, это уже все. Ну, нет, почему? Дизвилс бы тоже разъебал. Мне кажется, что да. Микс и Оби, как прокомментируешь, я уже говорил. Охуенный батл. Смоки топ? Смоки топ. За фристайли про, мех, про смех друга? Нет. Собираешься делать тату? Давай я да. за фристайли просто. Нет. Вы слышали мой смех? Это было противно. Может быть... Я и смешон, но рифму не придумал, я пошел нахуй. Да. Собираешься делать тату? Да. Кто из команды Окси самый слабый? Оксимирон. Оксимирон, да. Тебе надо в менторы, Леня. Нет, вряд ли. На чью команду ставишь на Fresh Blood? На команду Рестера, ребят. Рестер выиграет в Fresh Blood и стопотал. Конечно, свою, господи. Как тебе МакКоннон? Охуенно, чувак. Можешь на ходу сочинять? Нет. Так себе, я могу. Так себе фристайл, да? Он держит в руке. Ты телефон. Начал фристайл. Тебе уже нужен рестарт, йоу. Ребят, ты, ребят. Ты не мунстар про фристайл, ты стар. Бой. Ребят, типа, я не понимаю, викинг. Почему вы держите. Смотришь рэп-перископ. Когда надо. Он смотрит себя на рэп-перископ. Да, да, я такой, типа, привет. Что случилось с твоей подачей в первом раунде? В отборе было лучше. Не знаю. Могу нахуй послать. Я тоже могу. Мне пишут. Не могу, сорян, я не могу фотографии смотреть, которые мне скидывают. У тебя тоже, кстати, плохой. Что было с подачей в первом раунде? Проебался. Я проебался. Меня еще сорвал голос на прогрине. Было вообще хуево. У тебя, кстати, тоже плохой. Что? Что? Так, 9 лучших батлов. Мне бы сейчас к экзамену готовиться, я тебя смотрю. Ребята. Учеба. Всем, где-то. Всем ребятам, которые сдают сейчас экзамены, всем удачи. Смоки или шок? Смоки. Как родители относятся к тому, что ты не версия? Они не знают. Фристайл хуёвый, да. Так, дальше. Слушаешь ЛСП? Сейчас вот нет. Я обычно гоняю треки, которые я добавляю. Ребят, типа... ну конкретно сейчас он трансляцию ведет. Ну вот тут... Как вот может так тупить? Помяни меня во фрешке. Конечно, упомяну. Слушай, ЛСП, так вот. Я, блядь, сбиваюсь, пиздец. Короче, я обычно слушаю последние типа, треков 5, которые у меня в последний добавил, потому что очень сильно заедает музло, а потом, может быть, когда-нибудь добавляю их в плейлист, типа, и гоняю. Когда ты понял, что ты проиграл в батле с Настом? Где-то в первом... на половине первого раунда. Я такой, типа... Похода нет. Сорвал голос на прогрение? Да. Салам из Махачкалы. Махачкала, салам. Чем Смоки лучше Шока? Тем, что он адекватней. Я понимаю, что Шок взялся там за голову, женился, но он поадекватней он будет. Женился? Да. Ты чё? Да. Реально? Да. Не хочешь? Так, дальше. Какую... Так, искренне желаю удачи. Спасибо. А Басова шарить? Чё? Басков? Нет, не понимаю. Фан Челси, привет. Я вообще-то за Манчестер Юнайтед.
Какую? Ну, сейчас я, кстати, вообще не смотрю. Челси, чё там? Чё? Конте, блин. Братиш, почку поставил. Блин, почку поставил на твою победу. Зря, братан. Ну, в принципе, с одной почкой тоже. Ну, у тебя еще есть один шанс. Да, ставь на ПМ. Наклонился телефон, чат тебя загораживает. Что поделать? Леня Блэт, разъеби, эти голуби слишком много на себя берут. Да. Это голуби не реально. Абасова нет, я Абасова не шарю. Что за Абасова? Я тоже не шарю. Так. Ты... Что ты смотришь? Я пытаюсь найти какие-то интересные вопросы. Самый свежий старичок, мой стилюк такой советский, даже прежний. Ведь чё, пиздюки меня респектуют, ведь хотят со мной совместки. На лавке у подъезда есть все равно низкий флекс. Ты единственный батл-рэпер, который отвечает на мои комментарии. Это хуёво, потому что должны отвечать все. Лёня, все считают, что ты надежда батл-рэпа. Как к этому относишься? Он прямо относится к этому, потому что вы же его считаете, вы типа не другого. Типа... Я отношусь, типа, это спасибо, спасибо. Я постараюсь оправдать ожидания. Это, ну, мне приятно. Чё по любимым фильмам? Я не смотрю фильмы почти, реально. Почему я игнорю? Я не игнорю. Как относишься к творчеству Бамблбизи? Охуенно. Но тот панчлайн я не пиздил. Но он один, просто один в один. Я, мне типа, после батла я написал Сойру, типа, йоу, салют, скинь тот трек. И я такой, типа, думаю, ну сейчас мне надо будет еще понять, какой, типа, в каком куплете. Я включаю, и первая строчка, это типа, я не слышу левый хейт, сука, Ван Гог, что-то там, хаба ВНС, транс, мэрэп. Я, кстати, потом заслушал этот трек до дыр. Разноси все. Потом тоже пиздить панчлайн оттуда. Ага. Да. Как тебе музло Хайда? Не слушал. Зима. А, не, ну зима, да, конечно. Ну, в смысле, это же Сайфер. Ну, блядь, ну, Хайд же. Что по любимой рэп-группе, рэп-исполнителю? Рэп-исполнитель любимый. Хаски, наверное. Ну, я не разделяю так, чтобы у всех хорошо. Лёня, как тебя зовут? Майлз меня зовут. Его Лев зовут. Знал, что в Волке был в психушке. Ну, то есть, по нему не скажешь. Знал, конечно. Надежда, команда Смоки. Здрасте. Что любишь читать? Книги? Рэп? Хотел бы побатлить на битах? Да. Го в Казахстан? Пока точно нет. Татарстан сначала. Сначала я в Татарстан поеду, да. Кстати, ребята казанские. Там подумайте вдруг что. Лето. Да. Лео, ты сделал хоть каплю лучше во втором круге? Не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. На какие лиги сходил бы еще, если бы не взяли на ФБ? Хороший вопрос. Не знаю, слово Москва, может быть, подался бы. Но не факт. Факт. Слово Москва сейчас как-то серенько. Че, стоп, я сейчас не послушаю. Слово Москва? Да. Серьезно? Ну, типа, сейчас очень серо они стали делать. Ну, просто... Типа, Майлз, короче, разъеби всем там, я пойду. Весь. Удачи. Че, когда в Татарстан? Пишет. Татарстан, летом. Татарстан, Казань, набережные Челны, Альметьевск, ТБНК, ну вот это все дерьмо. Шарите. Рэп-гад, момент 4.26. Конечно. А 4.26? Как относишься к шиперингу? Блядь, я почитал пару этих самых фанфиков. Как бы вам сказать, я не дочитал их. Я просто телефон отложил, такой типа... Too much. Лучше в рэпчик после батлов. Уверен, что выстрелишь. А что, если батл-рэп это рэп? Стоп. Кого опасаешься в команде голубей? Да все могут что-нибудь со мной придумать. Недооценивай, да. На рэп ЮА был со Смоки? Нет, я не ездил никуда. Я тебя игнорю? Нет. Любишь своих фанов? Ребят, я вас обожаю. Но я очень люблю слово «фанаты». Скорее, зрители. Твой друг похож на электромышь. Он скорее... Ой, как неожиданно. И приятно. Типа электромышь сам бомбил, что типа всячески. Да, ну всячески. Майлз, ты знаешь про иллюминатов? Да. Что значит цифра в твоем нике? 495 – это код московской, да. Москвы. Добрый вечер, здравствуйте. Гоши перед Майлз летай. Нет, не надо, пожалуйста. Так. Доволен своим выступлением во втором круге? Не могу сказать. Полинку Ивановскую любишь? Какой? Я не знаю, кто это. Ну, допустим. Я могу ее любить, если что, там, ВКонтакте. После вируса планируешь положить батл-карьеру? Да. DSMBM? Не знаю, кто это. Батл-карьер.
Типа... Пошел нахуй. Байлз. Байлз. Блять, ну ты пиздатый. Был бы ты постарше, а еще лучше я помладше. Ну, видимо, кто-то старый здесь. А я самый свежий здесь. Мы тебя тоже очень любим. Разъеби всех. Спасибо. Майлз, ты веришь в иллюминатов? Сейчас, сейчас. Кто помнит тот мемас? Иллюминати. Is real. Израиль. Все, теперь я точно пойду. Удачи тебе. Тебе тоже удачи. На пятую заявку писать ФБ будешь? Ну, он будет, я нет. Ребят, Мавр, болейте на пятом ФБ. Мавр, код фри, стандер. Самый свежий в школе. Эй. Рикиев разобрал, разъебал ресторатор на том круге. У них не было батла, о чем ты? Какую Полинку Ивановскую? Я не знаю. Я еще закуплю. Слушал Анакондас? Пару треков, да, не более. Но круто делают. Возможно, это как раз вот одни из тех ребят, которых я просто, возможно, знаете, по недооцену, и как-то не это самое, ну, типа, не загнал себе в плеер, не стал копать глубже, чем там их хиты, да, какие-то. Мне кажется, что они бы не зашли. Зашли. Я могу еще скучать. Скриптонит тоже иллюминат. Возможно, не знаю. Слушал МС Анюту? Да. Порно. Как у нее там? Порно. Да нет, я не про это. У нее же был трек. Какой, блядь? У него охуенный трек был. МС Анюта, это МС... вот это реалити-шоу про деревню? Да. Я просто не укупаю, просто почему такой хайп вокруг никого считает? Да нормально. Ну это никто, блядь. Она даже на слово Харьков батлила, ты в курсе? Блядь, это уёбский батл был, чувак. Так, да, надеюсь, что ты не проебал второй круг, я тоже надеюсь, что... Прычи. Нет. Как думаешь, Окси жалеет, что ты не в её команде? Я думаю, нет. Можно футболку расстегнуть? Да, это специально для показывания Сашей, что футболку мне пишут. К тому... Ты продашь душу дьяволу? Нет. В час нет. Мне сколько заплатить, я продам. Рестер будет батлиться с кем-нибудь? Нет, я думаю. Салют, малый, всем селом болеем за тебя, ебаш, братик. Йоу. Салют. Какие у меня политические взгляды? Зачем левый? Зачем? Зачем это сюда еще? Здорово, братишка, привет. МС Анюта охуенная, он чё он там пиздит? Я согласен. Ты чё это? Идите нахуй, блядь, у меня мнение есть. По гроули. Ой, как хуёво было. Давайте я прям даже сорвал себе связочку. Как-то так. Давно не делал. Ай, блядь. Сорвал. Технику надо. Соблюдать, а я не соблюдаю. Там Sony, Siemens, Шарите. Кто объективнее оценивает команду соперников? Смоки или Окси? Я думаю, Смоки. Астана со мной. Спасибо. Как дела в Сиднее? Не знаю. Какие девушки тебе нравятся? Разные. Симпатичные, Дима. Смоки, такой... Показать, если будет достаточно. Я твой страх. Как относишься к Галату? Крутой. Крутой чувак. Галат... Топ, ребят. Даже Growl Freestyle, да, не очень согласен. Браги уже нюхал ладошки Верона? Нет, нахуя. Он дроп в твиттере зависит. Чё за отвезли Полинка в Будино? Что это вообще такое? Какая-то Полинка, понимаете ли? Не шаришь, чувак, это троллинг. Это человек да. Попс Добро, нет, я сорвал себе, я сейчас, если буду дальше гроулить, мне надо разогреться, ребята, это так просто не делается. Надо разогреть себе азочки, все такое. Попроси гастрайта у РБЛ. Там, я думаю, люди есть, интересно, но это просто нечестно будет с моей стороны. Монеточку слушал? Да, охуенно. Отвечаю ли я в личку? Да. Ты знаешь, что Лил Пип умер? Да. Согласишься побатлить на битах в финале Версуса? Думаю, да. Почему нет? Не, в финале просто у меня два батла только будет. У тебя два батла только будет. Финал и да. Битах. Пора хуерить бухи трансы, как палм. Нет, спасибо. У меня есть ничего. Страус, вы политки относишься, что... Всё, абстракт пошёл. Короче, ладно, я больше не буду такие вещи читать. Что-то какие-то странные люди. Кого из русских рэперов слушаешь? Да хуя. Скриптонит, Хаски, ATL. Русские рэперы, блядь. Кстати, без доёба, нахуя ты фанфики читал про себя? Мне скидывали их, ребята. Если вы думаете, что вам не будут скидывать эти фанфики, типа... Причем не люди, которые их писали, а мои друзья такие, типа... Смотри. Я такой, типа... Лучше лысина жида, конечно же, лысина смоки. Кирилл. Есть вредные привычки? Да. Такой добрый, всем здесь отвечаю.
Возможно. Он мне не отвечает. Я ему не отвечаю, да. Не надоели вопросы однотипные? Да, ладно, чё ж. Ребят, давайте, чё там? Как тебе раунд дипа? Очень жестко, очень хорошо. Но это очень жестко, это очень жестко. Я пошел, удачи, бро. Салют, тебе тоже удачи. Я не помню, про кого именно. Господи, что я буду вчитываться, типа, вот про этого человека, я не помню. Нахуя я вообще читал, непонятно. Фанфики злой, не читаю их. Ну, все, блядь, выражаются по-разному. Так, кому-то интересно фанфики писать, понимаете ли? Какой хлеб люблю? Белый. Как обалбиску относишься? Как человек, который может делать гораздо сильнее, чем то, что он делает сейчас. Какая-то Полинка Ивановская. Да кто это, блядь? Вы заебали меня, бомбит. Выйди нахуй раз на раз. Пиздец, блядь. Пришли, блядь, в трансляцию нахуй. Клёнчику, блядь, начали вот это. Все, все, не бойся. Yeah, I do speak English. Вы из Англии? Yes. Бля, ну у тебя и друзья, да, это же люди какой-то. На каком музыкальном инструменте играю? Барабаны, нервы. Гитара, пианино, бас-гитара. Это что все. Мавр пишет? Мавр пишет. Мавр батл-рэп пишет. Батл-рэп Мовец Москвы или Дип? Блядь, сложный вопрос. Они оба охуенные. У них же не было батл? Нет. Бля, я же ценил. Я бы тоже. Какой фрешблад пизже? Наш. Ну, второй тоже пиздатый. КЗ топит за тебя, бро. Салют. Заблокируйте девушку, которую... Да я не буду никого блокировать, господи. Как бомбить друга? Ну да, его немножко прибомбило. Он же закурил, понимаете ли. Самый свежий здесь. Окей, ребята. Ладно, я, наверное, погнал. Вы чё, ты чё, охуел? Я хочу рофлить. Если есть какие-то последние вопросы, напишите, и я погнал. Видимо, у меня интернет лагает. У меня есть такая мысль, что у меня лагает. Вот, Майлз, расскажи. Сохрани эфирчик, возможно. Майлз, вот расскажи. Знаешь что? Я не подумал, о чем ты можешь рассказать. Сейчас интервью. Кто облился два раза чаем на версию? Син это сделал, конечно же. Алкоголь. Дай свой куплет переслушать. Сладких снов, спасибо вам тоже. В будущем будут треки? Да. Счастья, удачи, здоровья, благополучия, любви. Тебе тоже, братан. Любимый батл под биты, я уже говорил, Go Kill a Shum, и еще я называл Redo Mufasa. Все, ладно, я погнал. Всем удачи. Peace. Peace. Death.